Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Ой, ты где? Брат, все в порядке, ты живой? Не все в порядке. У меня теперь это яблоко. Теперь четвертого убили. Откуда ты еще? У Асгарота появились ноги. Он пришел, он убил его. Что ты говоришь? Он пронзил его мечом. А? Асгарот! Стой! Подожди! А что делать? Нет, стой, не надо, нет! Уэйн! Что нам делать? Черт! Да. Черт! Нет, Уэйн! Черт! Господи, Уэйн, что же с Уэйном? Набеги, чертов! Господи, мне страшно! А как же Уэйн? Черт! Стой, нет, не убивай! Господи! Где Уэйн? Где? Хватит, не надо. Уэйн! Нет! Где? Где? Солнце. Я что, летаю? Чё за фигня? Почему я летаю? Почему я вижу только солнце? Я что, в рай попал? Чёрт. Это что? Это что, я? Эй! Эй! Чёрт. Я! Или как тебя? Блин. Уилл! Я! Как тебя назвать? Почему ты? Какого фига? Почему ты не я? Я не ты, а я. Черт побери, да что происходит-то? Очнись, очнись! Эй! Очнись! Господи! Очнись! Где? На районе? Эй! Эй! Черт, где я был? Эй! Уэйн! 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 Жутко здесь. Уэйн! Господи! Хоть бы с ним все было хорошо. Уэйн! Ты живой! Черт! Ты тоже живой, брат! Слава богу, живой! Здорово! Здорово! О! Живой! О, ну слава богу! С тобой как? Все в порядке? Да вроде да. Это что у тебя? Что? А? В тебе дрень практически насквозь! Черт, а как я? Тебя пронзили клинком, кажется. Как я вообще живой тогда? А? Ты что, ничего не чувствуешь и ничего не заметил? Нет. Подожди, серьезно? На свет. Да! Как так тогда? Вот это да! Как я вообще с тобой разговариваю? О, слушай, а подожди. Она медленно заволакивается, зарастает. Что? Черт, как так? Ты что, ты вообще кто? Ты мой брат? Да. Стой, не бойся, я... Как меня зовут? Я даже забыл. Я Уилл. Ты точно? Это очень подозрительно. Ой, не бойся, я Уилл. Черт, да что ж со мной происходит-то? Почему все так? Уилл. Даже брат родной не верит. Подожди, нет, стой, но... Ну, как-то это очень странно. Как это возможно? Я не знаю, что со мной. Я видел, как ты убегал, как они тебя встретили.
Но я дальше испугался и убежал. Я здесь спрятался. Меня не нашли. Ну что же это такое? Я не знаю. Слушай, ты, может быть, что-нибудь помнишь? Что-то странное, что-то с тобой происходило. Вообще. Слушай, может, это все из-за яблок, которые когда-то съел, а? Да. Помнишь, я когда тебя еще вытаскивал, я яблоко откусил? Может, сила осталась, может, все из-за него? А, это тоже верно. Ведь у тебя же была какая-то сила именно от этого яблока. Это влияет. Возможно, остатки той силы, отголоски. Это невероятное что-то. Черт возьми, да, это очень круто. Я завидую, что у меня такой крутой брат. Но, слушай, я тогда непонятно. Они меня не трогали. А тебя? Получается, они подумали, что убили тебя. Я как будто летал, кстати, где-то в раю. Я не знаю, что произошло, я, наверное, был в коме. Ты видел, у тебя было какое-то видение? Ну, знаешь, не особо, я там что-то в небе летал. И себя увидел тупо. Короче, бред какой-то. Не было каких-то знаков, предзнаменований, чего-то похожего? Ничего не было. Что ж, может быть, это было не столь значительно. Возможно, они думают, что ты мертв, а я им просто не нужен. Но зачем тогда все это? Они ушли. Ну, неизвестно, насколько они ушли. Нам нужно как-то что-то узнать, нам нужна информация. Я подумывал пока, мельком эта мысль меня посетила. Помнишь же ту библиотеку, где мы нашли самое первое писание о них? Может быть, мы сможем туда отправиться? Может быть, еще что-то поищем, но только не сейчас ночью. Сейчас я предлагаю, может быть, отдохнуть немного, и думаю, тебе нужен покой, хотя на это не очень похоже, но все-таки. Может быть, подкрепиться или что-то того. Я бы пожрал, да. И утром, я думаю, видимо, эта дыра сделала тебя голодным только. Ну и слава богу. В общем, и на утро могли бы отправиться. Да, поедим, дождемся утра, поспим, и все будет нормально. Да, давай тогда.